Всем снова привет, ребята, с вами я, Карбончик, и снова мы продолжаем играть в Battlefield, тоже место там закончили. Кстати, почему-то япошка у нас тут неожиданно появилась, поднялась, похоже, по лестнице, и вот с нами теперь воюет. Здорово, где ты, муженек-то? Это страшная, желтая какая-то вся, прям вообще жуть. Нет, ну не скажешь, что она страшная так-то, по японским меркам, ну или по китайским, да хер, но желтая какая-то прям что-то. Куда побежал? Вай. Сейчас у меня перезарядочка. По-любому никто не убил. Да ну конечно же, только я, блин, тут убиваю кого-то. Бестолочи. А где мои-то? Хера тут стоите? Дебилы. Ждите, пока я тут разберусь. Даже не вижу, блин, противника. Темно. Так, куда нам идти-то надо? Вы зашли, да? Ну-ка, даже всех перемочил я, блин, чисто. Один. Капитан Гаррисон. А. А кто есть капитан Гаррисон? Он в порядке. Состояние стабильное. А, вот он. Где агент Ковик? Он не выжил, он рипнулся, короче. Черт подери. Не пихайся. Не пихайся. Однако ее здорово потрепало. Куда она пошла-то? Подрочить? От дома, окей. И во вражеской акватории. Думаю, худшее еще впереди. Так что я рад, что у меня на борту морпехи. Сержант Рейкер, ау. Жду вашего отчета через 15 минут. Могильщик в вашем распоряжении. Есть! Почему ты сказал есть, когда я Рейкер? Ты офигел, черный пидор? Ты хер ли за меня отвечаешь? Все, пипец само. Так, сейчас у нас будет информация, еще какой-то новенький квест. Мы добыли на Титане, подтверждает, что Тихоокеанского командования больше нет. Китайцы уничтожили его ракетным ударом. Теперь это территория Чана. Если от нашего флота что-то осталось, то они теперь как слепые котята. Я понимаю серьезность ситуации, капитан. Тем более нужно быть осторожнее. Включать ее в состав отряда? Ирландцу это не Ирландец понравится. Ирландец не видит всю картину в целом. У нас чрезвычайные обстоятельства. Она отправляется с вами. Понятно. Ирландец хороший мужик. Я присмотрю за ним. Я оценю это, Пак. У вас явные задатки лидера, хотя путь вам предстоит еще долго. Спасибо, капитан. Нам нужно что-нибудь знать об атаке на аэродром. Да, приведите Рекера. Пак, Рекер, слушайте меня внимательно. Наши последние ракеты должны быть использованы по назначению. Атакуйте аэродром. Следите за землей. Дайте сигнал, если увидите их самолеты на предангарных площадках. Мы разбомбим их и пойдем дальше, на запад, через пролив. Вас понял, капитан. Нет ничего проще. Так. Рекер. Возможно, вы не выживете, как и многие ваши друзья. Но другого шанса не предвидится. У отряда, который доберется до аэродрома и выпустит сигнальную ракету, будет всего 30 секунд, пока мы не устроим ракетный дождь. Вас понял. Не станьте еще одной цифрой в статистике погибших. Хана. Пошли, Рекер. А где ирландец? Где черный? Его наказали? Хан переоделся. Под медика подгнался, кстати. Может, хоть лечить нас будет. О, вот и черный. Куда это ты собралась? Я вызвалась добровольцем. А кто разрешил? Капитан Гаррисон, разговаривайте с ним. И вы все об этом знали? Вы китайский знаете, сержант? А вам-то какое до этого дело, дамочка? Я лишь хочу помочь. Вы же меня поддержите? Я считаю, что это ужасная ошибка. От нее будут одни неприятности. Но на медик, чувак, может, правда возьмем? Если скучно станет, то... Ладно, у меня смотрят дети, так что не важно. Ну, кто постарше понял. Внимание всем! Сейчас будет говорить капитан Гаррисон. Ну хотя ладно, выкини, если хочешь, за шкирку. Я знаю, что мы устали. Все мы. Тогда подрочишь сам. Теряли друзей, любимых. Сделаем так, что. Так, ладно, хорошо, шутку, но сейчас серьезная речь толкает Гаррисон. Все, это серьезно, пацаны. Не дает вражеским самолетам взлететь. Но это ненадолго. Пусть остался только наш корабль. Но мы не позволим потопить себя без боя. Мы пойдем на запад. Мы нанесем удар по аэродрому под прикрытием шторма и обеспечим себе безопасный проход через Сингапурский пролив.
Нам помогут скорость и смелость. Пусть этот шторм приведет нас домой. Так, ну вроде речь-то нам толкнули, мы поехали. Сейчас у нас глаза немножко привыкнут к свету. Во, привыкли, все нормально. Лучше не начинай, Пак. Ракетница, блядь, у тебя? Да, да, у меня. Кто-нибудь знает, этот шторм еще набирает силу? Конечно знает, дружище, ты чего? Через полчаса утихнет. Это больше похоже на тропическую депрессию, чем на тайфун. Что такое тайфун? У вас их называют ураган. Шторм или нет? По нам кто-то стреляет, круто. Пацаны, я за рулем, типа, так что вы отстреливайтесь. Отстреливайтесь, дебилы! А вы стрелять будете или нет, даун? Ну стреляйте! Дебили. Сидят на лодке, блин, с автоматами не стреляет. Ну почему же все должен делать я? Ну почему же? Ау. Ау. Нужно сменить оружие по-бырому. Так. Меняем это на снайперку. Выводим снайперку. Давайте вот это вот возьмем. А пестик мы меняем на. Это у нас дробаши. Так, что-то такое прикольненькое, что-то на вид. Попробуем. Тут магазин нормальный, что-то по размеру. 30, ладно, схватит, короче. Постараюсь. Так, противник убит. Противник убит. Поехали, поехали. Ну ничего, нормально, такой пестик шустренький вроде. Не больно, конечно, сильно наносимый урон, но пойдет. Для начала. Так. Движемся дальше, хотя вот зря сейчас, знаешь, может двигаться, конечно, дальше, потому что все время мои передвижения дальше несут только смерть. Вот, например, как сейчас, например. Тут их до хрена, куда я вылез? Ёбаная граната еще. Вот, лезь обратно. Вот. Так вот, безопасней. Вечно я несусь, куда не следует. Скорее, скорее, из этого я умираю. Вообще, ну сейчас лучше снайперку взять. Быстрее сюда. Эй! Баба-медик, ты где? Баба-медик. Кажется, им в голову не попал. Ай. Мимо. Попал. Так, где там еще? Ау. Перезарядка. Так, встали. Осторожно. Так, целься. Не вижу никого. Не вижу. Вали! Йоуна! Пафосная бабенка. Так, где у нас тут? Тихо сидим. Патрон кончился! О, это плохо кончится. Ой, как взорвал. Классно. Уважуха, респект таким пацанам. Блин, патрон кончился. Да есть патрон. У тебя было какое-нибудь оружие? Вот, какое-то оружие. Пойдет. Нормально. Это вообще четкая пушка, нормально вообще. Бежали. И патрон много, и мощность нормальная, и... шустренькая такая. Столько таких прикольных тачек пропадает. Ой, танк, ты чё, чувак? Тачки-то жалко. Приор раздавил, белый приор. Ну это не приор, правда, но жалко же. Ну, приор не жалко, но все остальное жалко. Чувак, сколько добра пропадает! Димба тут расплакался. Оп, нет, не получилось на танк запрыгнуть. Чувак, ты столько тачек передавил, а? Ну, хотя, если мы сейчас находимся в Китае, то ладно, не жалко. Китаёзские тачки-то. Я сейчас ничего не вижу за тут тайфуна. Самый прикол, что эти китаёзы видят, но у них узкоглазые, у них приспособлены к этому делу. А вот я ни хера не вижу за этим тайфуном. Сейчас их порошок сотрут.
Так, порошок сотрут. Пока что в порошок трут только нас. Прием, прием, я не вижу тут никого. Так, блин, только не этот. Меня убили, нет? Я живой? Убил? Охренеть. Опять этот бессмертный. Патроны кончились на этом пидорасе. Сейчас я ему задам. Так, пойдет так, что ли? Так нормально? Сёна. Сёна! Ёлма! Так, сейчас мы на танк запрыгнем. Не запрыгнем. Тут не запрыгнем. Куда-то пошла. Я держусь рядом. Типа держусь рядом. Типа держусь. Так, осторожно. Вылазим тут так на корчиках, потихоньку, потихоньку. Ищем епошка. Ау! Ау, больно, 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 стой, не стреляй! Похороший американец. Твою мать, ебаный гранат, ненавижу. Пойду под танк залезу. Сейчас полегчает, чутка полегчало. Опять за тачку. Кто там из минигана по нам долбит? Ну кто там есть, я видел его. Ай, опять граната! Черт, это танк противника. Ё-моё, это вообще плохо кончится. Ну-ка, Ирландец, двигайся. Твою мать, граната, беги, 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 беги. Так, у нас есть что-нибудь тут? Из-за более мощного арсенала. Вернемся обратно. Полегли. Ждем, пока полегчает. Нормально, встаем. Давай, баба, ты же хотел помочь. Да я держусь, блин, тут гранаты заебали меня. Анна, осторожнее. Ясно, спасибо. Так, чисто, чисто. Вот там не чисто. Хедшот на. Так. Дальше куда? Дальше идем или нет? Так, чувствуется, идем. Танк едет, что ли там? Едет. Так очень быстро я стоял, бы не двигал с места, танк бы так и не поехал. Все зависит только от меня. Вся война зависит только от меня. Я так и знал, что так хреново все это закончится. Опять я враж полез. Знал, что это плохо кончится. Но все равно попер, блин, в лоб. Меня всегда это убивало, если честно. Всегда мешало в шутерах. Это желание лезть в лоб. Так. Танк там еще живой, блин. Все очень плохо, короче. Танк противника целенький. Блин, игрушка еще вылетела. Ну, конечно, для пиратки это прощается. Так. Ну, хоть и для пиратки это прощается, однако все равно это неприятно, когда вылетает игрушка. Так, ну, в общем, даже поменять-то нечего. Просто я хотел взять что-нибудь типа там ракетницу или какие-нибудь бомбочки. Но это нас нужно подходить другим ящикам. Так. Сейчас я опять убежал зачем-то. Враж, конечно. Я это зря делаю. Я это знаю.
хреново, все будет очень хреново. Зря я побежал в раш, я это знаю. Какой, у меня просто дар от бога петь, правда, ребят? Так ущем будто я себе сам плотно кинул гранату. Но нет, это был обмен. Мы с чуваком договорились, китаец мне говорит, давай, я тебе свои граната, ты мне свой граната. Без кольца, я тебе без кольца, ты мне без кольца. В общем, мы, короче, махнулись так. Не глядя. Не знаю уж, кому там. Блин, ляж, короче, чувак. Танк взорвался, кажется. Да твою мать, твою мою! Ну-ка, двигай, 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 двигай жопой. Все нормально, полегчал. Ну-ка, меняй оружие. Хедшот. Почти. Взрывайся там. Спасибо. Быстрее. Блин, мимо. А что у вас? 2 хп, 2 хп. Аптечка есть. Ау. Ау. Так, танк, проехай быстрее, я сейчас то пидора замочу. Ща прям в щатину ему нате, пидор. Сам прикол, что танк мимо него проехал, такой противник, ну неважно, не буду размениваться на мелкую сошку. И не стал его убивать. Прикольно, правда? Чё за... Это... Вау. Чё, нашел? Кажется, да. Все. Блин, вообще класс. 200 патронов в одном магазине. Твою мать, а я тут 26 патронов бегаю. Вообще все круто, короче. Тут всем сердцем пипец. Мочи. Атакуй. Он вообще где будет? Он в этом буране увидел, как я указал пальцем. Но это вообще какой-то полный бред, ребят. Я вам уверяю. Что это вот, наверное, одна из самых несуразных хреновин в этой игре, которые вот я просто вообще не понимаю, как это объяснимо. Может быть, просто я чего-то не понимаю, может быть, это нормально вообще, может, там какие-то технологии, распознавание там знаков руками или еще что-то. Вот, но... Бред какой-то, короче, вот именно в этом плане. Не надо перезаряжаться, блин, как... Этим патроном потратил уже, перезаряжаясь в привычке. Тут патронов много. Граната. Готов открыть огонь. Так. Я прочувствовал, как терминатором себя почуял. Иду херачу вообще прям. Вот теперь можно и перезарядиться. Нет, не надо, рано, 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 чувак, рано. Вот теперь можно перезарядиться. 6,9 осталось, 69. Хорошая цифра, правда. Если вы понимаете, о чем я. Бабах. Куда нам теперь? Нам куда теперь? Нам подниматься-то не надо. Что случилось? Че из танка вылез, дурак? В шляпе воюет, ну ебу, как прайс прямо. В кепке, ну кепка это ж куда не шла, вот шляпа вообще чуть полная. О! Ау. Да это нормально, чё, пойдет. Прикольно. ПНВшка. Ну или что-то типа того. По крайней мере, вот в таком режиме бурана вообще практически не видно. Только цели. Только... Ну, в общем, короче, ветра нету. Нормально. Так круче даже. Так, вот кто-то нам долбил, я не вижу противника. Туда что стрелять надо? И не умеет пользоваться техникой в таких играх, честное слово. Ну-ка, проезжаем, 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 проезжаем. Вот не знаю, танк там есть кто-нибудь, нет? А вот противник, кажется. Прям передо мной.
Сейчас бы вылезти надо было и расстрелять их всех нахрен. Ну не вылезешь, блин. Ехай на танке, будь так добр. Не очень люблю техникой в Battlefield управлять, если честно. Я люблю по пехотинцу, там, не знаю, со снайперкой где-нибудь засел, так, там, тут в хэдшот, там в хэдшот. А на технике мне как-то что-то... Ну, блю я с техникой, короче, конкретно. И не скрываю этого, потому и не люблю. Да и вообще, как заходишь, когда в Battlefield, заходишь пострелять, тут на танке ездить. Это, конечно, все круто, но я не хочу. Ну давай, езжай, езжай. О боже. Идем до конца, могильщик. На улице. Пацанчику не повезло. И он живой все еще. Ну, понятное дело, пушки. Танковская, тем более, что я стрельнул. Лучше бы я пулеметом управлял, ей-богу, а там какой-то дурак сидит с этим пулеметом. Куда вообще ехать? Сюда, что ли? Я все время понимаю, куда идти нужно, по принципу, то, что там находятся враги. Вроде, если там враги, значит, туда надо идти. Ты что, не умер, что ли? Падла, убей его! Пулемет, дебил, убей! В пизду, короче, его нахуй. Говорю, что не умею пользоваться этой штукой, иначе не умею. Ты взорвешься или нет? С какого хрена, с какого выстрела он взорвался? Не понял, нам куда. Я вообще не понял, куда. Ну ладно, на парковку, ну вон на пол. Тут танк. Так, нормально. Нормально, это еще куда не шло. Заезжаем. По-любому еще один танчик должен быть. Осторожнее, рэпер! Рэпер? Это радиоуправляемое заграждение. Дорожное заграждение это. Вот не сказали бы, не понял бы ни хрена. О, класс. Класс, можно вылезти из этой байдарки. Это круто, конечно, то, что из бадарки можно вылезти. Ирландец. Ау, откуда? Откуда? Ну куда бежите-то? Не вижу противника. Ну вылезь еще разок, пожалуйста. Давай, давай. Сейчас вылазь. Ну. Блин, не воспользовался я своим шансом. Так, рано перезаряжаться, рано. Пизду. Это другое дело. Еще раз вылези, давай. Вот так лучше. Можно дальше на танке не ехать, пожалуйста. Не люблю я эту шнягу. Эти танки, все время, когда играл в третий Battlefield, меня на танке нагибали. Вот когда сидел за пулемет, еще куда не шла. Вот когда сидел за танком, прям за рулем, меня всегда нагибали. Я не буду вам брать. Мне не прет на танках. Не мое, короче. Танки, вот снайпер еще куда не шла. Так, вот что-то как-то долбанул по нам. Короче, делаем вот так. Вот так, пацаны. Твою мать, танк, пацаны, танк,
Я вокруг него бегаю, что мне делать? Танк. Еще залезу в магазин, в магазине укроюсь. Потому что другого выхода я не видел в этот момент. Хоть выжил, то хорошо. Больше мы не перезарядимся, патроны у меня кончились. Это не есть круто, конечно. Придется змейкой, змейкой, змейкой. Ты помнишь, танк сейчас ебанул, да? Да отъебись ты от меня. Класс, я так и знал, что я сдохну. Просто думал, стану за колонной, будет попи. Ой, не знал, что нужно, наверное, тут нужно опять ехать на танке, да? Как мне не хочется ехать на танке, если честно. Думри ты уже, ё-моё. Пожалуйста. Не пали, что я уж до такой степени нубищ, что на танке не могу справиться. Пизду, короче, это говно, а. Так. А где прицел у этого, у снайпера, у этой херни? Ау. 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 Да откуда? Стоп, ну-ка секунду. Умри, зараза. Это по-любому он был. Да хватит передраться после каждого выстрела. Поехали, блин. Давай, 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 давай! А, есть! Чего там? Вот и парк. Вот и парк. Противник, внутри торгового центра. Гранатометчики сверху на переходе. Ваше дело с пехотинцами разбираться, а я с танками нос нахер не заставил. О-оу. Взорвись, взорвись, быстрее, 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 сказал, взрывайся. Блин, мимо, 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 мимо. Меня взорвали, ну и правильно, нехрен мне там уже за танком сидеть. А уж тому, кто сверху сидит за пулеметом, вообще, если там еще кто-то сидит, конечно, он вообще находит, короче. И так я решил, все. Как я сказал, так и будет, все, все. Все. Это где мы? А, это мы все еще тут, да. Давай не будем уж сразу будить, сразу вылезем. Так, не будем мудить, сразу сменим оружие и... Вот так лучше. Да-да-да, иду. Да можно другой танк сесть? ПТР-ку, например. Прикольно, поехали. Ну-ка. Пока аэродрома я не вижу. Патрон кончился? Идем верным курсом. Надо только парк найти. Парк! Противник! Внутри торгового центра! Я зря эту штуку взял, конечно. Танк лучше. Ну, не лучше, а мощнее, к сожалению. Поэтому нам придется взять наш старый танчик и воспользоваться его услугами. Ну ж поехали, поехали, давай, в лес за орехами. Все, вылазь, не позорься. Так разберемся. Старик. Другое дело. Так. Трекер. Най-най-най, так, сейчас тут танчик будет, мы будем поебаться. Будем, у нас тут будет замеска. Пока аэродрома я не вижу. Идем верно.
Взрывайся уже, что ли. Вот и парк. Вот и парк. Сейчас до соточки починится, потом уж поедем. Ну что, бессмертный, что ли? Хера себе, пацан. Ладно, поехали, не будем сейчас время школотовое внимание на себя. Они отходят. Ау. Это плохо кончится. 14 хп, 14 хп, 14 хп, двигайся, двигайся, двигайся. Баба. Мы почти одни остались. Три морпеха и одна гражданская. Здорово! У нас еще танк. Да и хрен водителем за этим танком. Не, давайте танком тут не аргументировать. Танк это не аргумент на данном этапе. Ну и где этот сраный парк? Она же сказала, вот и парк. Ну и где тогда это ее парк? О-оу. Со второго раза взорвался, блин. А все остальные не хотят второго. Нужно, блядь, 5 раз в них долбануть. Ну-ка, двигай. Ну-ка, давай. Вот. Чтоб не мещалось. Блин. Зря. А, нет, мне не покоцал, кстати. А чё, от него ничего не осталось, что ли, типа? Это как так-то? Так не бывает. Куда сейчас... Бам. Бронетехника противника на площади. Где? Не вижу. Не вижу! Ну и нет, не вижу, значит и нету. Ау! Откуда? Вот такой борзый. А, вот вижу. Это надо было такую шнягу здоровую не заметить. Ну вот в итоге я поплатился тем, что не заметил эту здоровую шнягу. Ай, блин, надеюсь, мне не придется больше, кроме этой миссии, танчиками управлять. Вот именно потому я и не играю в World of Tanks. Так, поехали. Поехала. Гона. Ну и где этот сраный парк? Сраный парк, сраный парк. Где этот сраный танк? Вот это вот гораздо интереснее. Вон он, вон, вижу его. Вижу башню слева. Это аэродром. Ага. Да как? Ну нахрен вас не буду, все. Мам, меня танк обидел. Знаешь, что, конечно. Блин. Меня боты уже мочат. Вообще печаль. Так. Сначала здесь проедем, потому что тот танк замочил. Все-таки сидит тут за пулеметом какой-то мудила косая. Бестолковая ботяра. Огреб, пидор. Ау, я тоже огреб. Вижу башню слева. Это аэродром. Ага. Сейчас одновременно против двух танков воюю, вот в чем дело. Вот потому я и дохну. Ну еще потому, что я жуткое нубище, но это не в счет. Ай, ну давай уже, давай. Так, сейчас я попробую здесь так проехать. Так, раз, ну где там? О. Чё, самый меткий, что ли, блин? Ещё разок! Ах ты, ну, этот танк мощнее, чем мой. Это нечестно. Пускай у меня танк будет разстрельный таким. Бронетехника, с той стороны холма. Противника на площади.
Ну. Давай. Простите, ребята, за молчание, просто я не был на 100% уверен, что хотя бы этот бой окажется победным. Я сделал уже около более, наверное, 100 дублей. Наверное, даже больше 100 дублей по поводу боя с этими тремя танками. Здесь было 3 танка, их победить было очень сложно, в итоге просто делать хитростью. Просто в чистом бою, в честном, их победить просто невозможно. Не ебашь тебя втроем, ты дохнешь и вообще все просто полная жопа. Вот, короче, на этом, ребята. На этом я с вами, ребят, прощаюсь. Если вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока, до новых встреч. Увидимся в следующих летсплеях.